Сегодня 15 августа 2009 года, знаменательный день. К нам зашел лучший представитель Белоруссии, лучший представитель Гродненской области Белоруссии Николай Валентинович. Он услышал под окном, как мы играем, и захотел с нами познакомиться. А мы всегда рады принять. Мы русы, белорусов всей душой. И через Николая Валентиновича всем белорусам посылаем большой привет. Николай Валентинович сам аккордеонист. Тем более он может оценить, как мой 9-й ребенок, 4-й дочерь, Алексею Марии Владимировна, на аккордеоне ее имени даже, о, Мария, да, Мария, сыграет нам... Интермеццо. Интермеццо, давай.